Ты посмотри, какая это прелесть. Вот тосканский микс. Это же такая красота. Тут и радикио, и кудрявый андивий. А самое главное, это же все высушенное, промытое. Открыл пакетик, и у тебя салат готов. Итак. Пакетик салата. Зеленый лук. Нарезаю вот так вот его перышками, такими красивыми, видишь? Его не мариную, потому что у него вкус гораздо деликатней, чем у белого, естественно. Но сейчас весна, самое время для такого лука. 4 перышка вполне достаточно на упаковку салата. Так, лучок. Лучок. Дальше. Нужно сделать... Да, чуть я же забыла тебе сказать, что салат у меня будет сегодня совершенно необычный. Он у меня будет с балыком. Это очень вкусно. Как правило, балык используется довольно скучно. На бутерброды и все. Ну, как бы все знают, что это вкусная жирная рыба. Но что с ней делать? Не всем приходят в голову всякие такие интересные идеи. Я вот вдруг попробовала съесть это с луком. Было так вкусно, я подумала, а салаты сюда давай. Сейчас тебе покажу, что получится. Просто совершенно потрясающая вещь. Ступка. Соли совсем-совсем чуть, потому что балык довольно соленая рыбка. Поэтому просто-просто чуть-чуть, знаешь, для чего? Для того, чтобы все ингредиенты у меня хорошо-хорошо перемешались. Так, сюда. Хотя мы и мелим все в ступке. Меленка тоже хорошая вещь. Так. Черный перец. Так. Прованские травы. Щедро. Чайная ложка с горкой. Оливковое масло. 4 столовые ложки, сок 2 лимонов и цедра 1. Сначала сок 1 лимона. Штрудель, конечно, благоухает. Угу. Я думаю, сейчас сбежится весь дом. Нарезаю. Тоненько, так тоненько, как только могу. Знаешь, от чего зависит тонкость нарезки? От остроты ножа. Совершенно верно. Очень красивая рыбка. Очень красивая, пахнет очень безумно. Полезная, потому что она жирная, а жирная рыба просто необходима организму. Особенно весной, когда мы в апреле, вот сейчас выбираемся из-за витаминоза, нам нужно поддержать наши силы. Такая жирненькая рыбка совершенно необходима просто. Не говоря уж о том, что это так вкусно. Но я думаю, с тобой нам на двоих хватит, правильно? По 4 кусочка где-то. Теперь где-то третью часть этой заправки. Заправляю рыбу вот так отдельно заправкой. Каждый кусочек, чтобы он у меня хорошо-хорошо... обволокся. Я оставляю полежать буквально на несколько минут. От этого вкус ее станет еще богаче и интересней. Понимаешь, копченость и жирная рыбка, и тут травки, и тут такой ансамбль хороший. Вот пусть она немножечко так полежит. Совсем-совсем чуть-чуть, то есть буквально сюда добавляю 2 чайные ложки орехового масла. У меня масло миндаля. Можно, в принципе, использовать масло грецкого ореха, льняного, семени масла можно использовать. Можно использовать масло кедрового ореха. Я тебе скажу, в сочетании оливкового и орехового масла есть определенная прелесть. Это нужно попробовать, ты поймешь, тут ничего так не расскажешь. И вот тогда уже потом сюда сок еще 1 лимона. Я добавлю половинку, потому что у меня лимоны крупные и очень-очень сочные. Если будет мало, лучше дать по половинке лимона, и каждый сам себе заправит. Так. Способ выбрать всю заправку довольно прост. Ничто так ее хорошо не соберет, как листья. Сюда же рыбка. Сюда же остальная заправка.
Салат готов. Так, но это еще не все, подожди. Это очень красиво, когда такие перышки лука на рыбке блестят. Держи. Приятного аппетита!